нас уже здесь привели. А, разведение. Как вы добрались? Меня смеха, чали сейчас смеха. Спасибо, что на свою занятость пригласили нас и тепло приняли. И очень рад вас видеть. Тем более, что такие события у вас были. 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет восстановления дипотношений. У нас столько событий. Сегодня то, что дочь тиранит, что намен родит, к Юрфанге соль, что он чисто по толку мать, как это имеет. А что ты кипкан сайон имеет? Девушка. Hello! Hello! The North Korean leader Kim Jong-un is here. He has arrived to the Vostochny Cosmodrome in Russia, where he is meeting his Russian counterpart, Vladimir Putin. We couldn't have more of a front row to what's going to happen here. We're about to witness all the ceremonials. The Supreme Leader of North Korea is right now being greeted by the Russian delegation. Here you can see. Now the venue chosen for this meeting is far from the ordinary. It's not a palace. Здравствуйте, привет. Рад вас видеть. Как вы добрались? Меня смеха, чали сейчас смеха. Спасибо, что на свою занятость пригласили нас и тепло приняли. И очень рад вас видеть. Тем более, что такие события у вас были. 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет восстановление дипотношений. У нас столько событий. Он кончился ботоль до Мадзихагу. То, что дочь тиранича намен родит, к Юрфанге соль, что он чистил ботоль с Мадзихаги, это имя. А что ты кипкан сайон имя, да? Я очень рад. Она сам пока спасибо большое. Пойдем. Это наш новый космодром, который мы строим. Я все равно уже кизинь, да, восточный. Я пришел.